Йоу, друзья, всем привет! Это игрушка под названием Mad Guns, и это рубрика Android игр. Ну что ж, давайте смотреть, что это такое у нас. Вроде как что-то бесшабашное, интересное, то, что мы с вами любим. Я вот не знаю, это какое животное? Это кот или, судя по усам и няшным мушкам, хрен его знает, нажмите, чтобы встать. А, это котейка, это котофеич наш, смотри, это наша квартира. То есть я тут могу что-то делать, ходить? Ах ты, блин, я забыл, как ходить. Это да, это бывает. Смотри, что пролежни не появились-то. Фьюри Тейл, о боже. Вообще-то странно как-то у нас тут все. Так, ладно, давайте разбираться вообще, что тут делать, потому что я играю в первый раз, и мне очень интересно посмотреть, что тут вообще такое творится. Отзывы игрушки очень даже неплохие. Так, на паузе там стоит игра какая-то, похожая на Майн. Кот просит, видимо, чтобы его покормили. Да я же не тупой, почему стрелочки вечно указывают мне, что делать? Ладно, ладно, ладно. Мистер Котя, хочешь своего любимого корма? Не хочу, сам жри это говно, наверное, сказал бы нам мистер Котя. Так, ты хочешь хомяка с кетчупом? Ты чё, идиот, хозяин? Я хочу высраться, ну, то есть на улицу. А, подожди, а что в холодильнике у нас? Какого хрена? Как же трудно жить без пальцев. Вау. Мяу, какого чёрта, мистер Котя? Что ты делаешь? О, боже. Мистер Полночь или мистер Котя? И нас засосало в холодильную бездонную дыру. Господи Иисусе. Видишь, я был прав. Мы не зря стояли тут 2 года. Кое-кого все-таки затянуло. Твой холодильник был настолько пустым, что там появилась черная дыра, ведущая в наш мир. Расскажи нам о себе, как тебя зовут? Фея с бородой. Олег Брендит, давайтесь будем парнем, окейушки. Не лень запоминать твое имя, буду звать тебя тот чувак. Можешь просто Олегом называть меня. О, поняшки! Единорожки, смотри! Они что, какают в реку? Зачем? Рыбки, ну да. О боже. Если бы сейчас придумали Змея Горыныча, он бы выглядел, наверное, примерно вот так вот. Блин, прикольно смотрится. Смотри, какой он. Прекрасно. О, Господи Иисусе, что это? В своем огромную голову будет легко попасть. Ты будешь отличным солдатом, бро. На меня это не действует, сынок, поэтому даже не старайся. Воу. Так, давай попробуем. Это можно пропустить, это что-то типа интерактивного обучения. Сколько мы проходили подобных игр? Кстати, очень прикольно, что с юмором подошли. Да, ты стреляешь быстрее, чем нажимаешь на курок. Тебе иди по моему безумному брату. Воу, а поняшек подстрелить, наверное, нельзя. Если вам игрушка, кстати, друзья мои, понравится, ссылочка на нее в описании под видео. Она бесплатная, есть на андроиде. Так. Так, ну давай вот, братец, фея. Какой смешной костюм я надел на хомяка. Зажми кнопочку и отпусти, чтобы побегать. Так, давай. У-у-у, хомяк, смотри. Хомяк увидел няшность и побежал взрываться. Ух ты ж, твою же мать, а. Ладно, давай еще раз попробуем. Можно бросить 998 взрывоопасных хомяков. Интересно, как долго он взрывается. Так, о, шикарно. Бомбы не особо быстрые, но довольно прикольно, что хомяк видит человека, бежит к нему сразу ластиться. Так, тихонечко, тебе пора, дурашка, беги в те двери, пока тебя не залюбили хомяки. Хорошо, побежали. Пока нас хомяки не начали, собственно, любить, а мы знаем, что хомяки у нас не мокнут, потому что не всегда дома, мы бежим в следующую дверь. Смотрим, что у нас здесь. Знаешь, это, наверное, самое эпичное вот такое вот начало, такое вот именно в таких вот шутан-играх. Так выглядит настоящий мастер безумного мира. Прыгай к нему скорей. Так, просто идем дальше. Просто... А, подняться. Можно пропрыгать. Здесь что-то лежит интересное. Я вижу шестистволка и куча всего. Так, что тут у нас? Бесплатно, в бой. Ключ 3 часа, 3 боя сыграл, 1 ключ. Ля, шо я тут делаю, пишет Снейк Фир. Хватай ключ, давай хватаем. Можно хватануть его? Победить? А, хватай, пока рано, давайте бой. А выберите режим испытания, мультиплеер и арена, давайте испытания. Фух, так. О, прекрасно, там кто-то кого-то завалил уже, мы только зашли уже. Воу-воу-воу, братан, тихо, тихо, петушок. И все, с петухом расправились. Хорошо, зашел на сервак, петуха наказал. Свой характер показал, тихо. Слушай, может хомячинку давай пустим? Хомяк, вперед! Няшный мистер хомячок! Там кто-то еще есть. Воу, воу, воу. Чел, по-моему, не очень дружелюбный. Держи хомяка. Хомяков любви тебя. Его просто взорвало к чертовой матери. Лишь брендит кого-то убил. Он настоящая мама за fucking real. Сейчас пройдем сюда. Вот потрошки надо забрать. Есть автомат. Есть автомат, хорошо. Воу, 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 воу. Меня пришел, убил огромным леденцом петушок с гребешком. Ты только подумай, насколько это эпично. Так, автоматец у нас готов.
Оу, хедшот, бичес. Так, давай еще. Хорошо. Ой, как хорошо. Тихо, у меня хомяка больше нет. Падай, сукин сын. Так, хомячок. Это курочка, давай. Петух в труселях. Так, перезарядка сработала. Пошли отсюда. Ой, тихо. Тихо, смотрим. Что там за лютая вакханалия, блин, что он делает? Эй, чел, ты что, охренел, что ли? Или давай убивай его, убивай. Ай, как плохо жить-то на белом свете. Нас прибили, вы уничтожены, следующий игрок. Можно наблюдать, в спектрах посидеть. В общем, вот такая вот драйвовая у нас тема на андроиде. Вообще, я люблю шутеры на андроид, мы их часто обозреваем, они довольно неплохие в своем роде. Есть, конечно, полный трэш, но здесь хотя бы забавно, тем более, если вам хоть немножечко нравится вселенная Майнкрафта. Вам придется по душе такая вот воксельная, пиксельная графинистая тема. Так, тут у нас терхилочка. А вот хомяков больше нет. Это реально печаль, беда. Вали его быстрей! О-о, кажется, у нас проблемы. Хьюстон, у нас большие проблемы. Пиксельный кот. Вот это классно. Так, погнали в подземку, посмотрим, что там творится у нас. Ух ты, здесь что-то интересное, какие-то рычаги. Вау, лаборатория. Телепорт. Можно телепортнуться прямо в логово к врагу. Убьют же. Котофеича, что-то слишком много жизни. Мяу, и все. И он сдох. О боже, слушай, а если с ножа попробовать? У нас что-то обычный скин самый. Следующий игрок, вот такой вот у нас Нига. Hello, Нига. Это как Hello, Moto было, только Hello, Нига. Так, умираемся дружненько. Так, с ножиком. Ну что, попробуем кого-нибудь зарежать с ножа? Как раньше в КС-ке делали, это считалось очень-очень низко. Естественно, ножка могли зарезать. О, смотри, давай. Сейчас будем резать всех с ножей тут нахрен. Тихо. Опа! Давай, режь его нахрен. Слушай, нож, конечно, тема. Так, спокойно. Вау, победа у нас. Получено 4 экспириенса и 2 золотых коина у нас есть. Хорошо. Выход из боя. Давайте вернемся обратно, посмотрим, что у нас новый уровень. Тан-та-да-дан-та-дан. Так, что тут у нас? Хочешь бесплатных монет и кристаллов безумия? Посмотри видео и получи. Нет, смотреть ничего пока не буду. А магазин, герой. А что у нас по герою? Давайте глянем. Можно зайти? Нельзя зайти, ладно. Магазин. Так, что в магазе? Не забывай модифицировать свое оружие. Оружие можно сделать в 3 раза мощнее. Так, повысить шанс, купить за 3. Модификация готова. Эй, успешно! Не забывай про кристаллы безумия, они очень помогут тебе. Так. Так, это покупать я пока не буду. Давай назад. Что у нас тут еще есть? Хватай ключик. Можно попробовать взять его. Хватай его. Дело в том, что у меня есть целых 6 ключей, поэтому я могу открыть вот золотой вот этот. Так, ну что, тут типа рулеточки, давай, запустим ее. Давай. Опа! В сундуках всегда лежит куча полезных. То есть я могу сам выбрать, что я хочу? Да ладно. Так. Вот это круто, я не знаю, правда, что это. И как это дело открывается? А, во, пошла жара, пошла. Ты можешь сам выбрать, откуда, типа, как бы отчет будет идти. Ну, и что нам выпадает? И что это значит? Это типа фейл, что ли? А, новая эмоция, плюс 5 игрового опыта. Шикарно. Так, можно еще один за 3, давай откроем. Так, поехали. В сундуках всегда куча полезного. Открывайся, эмоция была у нас уже. Так, нам выпали бабки, смотри. 15 золотых монет плюс 5 игрового опыта, шикарненько. Так, все, ключики у нас по нулям. Ух, там огромный индюк бегает, смотри. Жесть какая, так, в бой. Мы посмотрели режим испытания, режим мультиплеер. Давай мультиплеер посмотрим. Так, мы сразу же заходим, ты в красной команде, уничтожай синих. Как вы знаете, мы любим бегать с ножом, поэтому давай бегать и попробуем кого-нибудь зарубить. Погнали. Так, что тут у нас? Есть кого рубануть? Бичуганы. Бичуганчики. Чуть никого тут нет, эй. Люди вообще... Вау, кто-то гасится по нам. Ладно. Возьмем автомат. Очень удобно играть на планшете, между прочим. Вали нахрен отсюда. Вау, чел, ну как так-то? Граби, Фантомас, СМ-65, там мамка Ипл и так далее. Следующий игрок у нас. Слушай, валит чел просто не по-детски тут бегает. Блин, у него скин какой-то знакомый. Я уже где-то такой видел, по-моему.
Так, ладно. Ты хочешь по-серьезному? Тут эмоцию типа можно типа сделать, да? Я не понял, что это правда сделало, но что-то сделало. У-у-у, вот эмоции, вот то, что я говорил. Так, ладно, тут кто-то еще рубится. Настоящий живой челик, где ты? Я иду за тобою. Сейчас найду тебя, братан. Ну что могу сказать, игрушка веселая, в принципе, приятная графика. Не прям Майнкрафтище, но похоже, такая же, вон он. Ха-ха-ха, падла. Воу, что, бессмертен, что ли, гнида? Мирай, сученыш! Воу, падай, ублюдыш! Какого хрена? Ты умирать будешь сегодня или нет? Сколько у тебя хилок? Сколько у тебя жизни, падла? Я не знаю, ты какой-то ненормальный. Я не могу тебя убить. Сократить ожидание. 8 секунд. А можно выйти отсюда прям? Так, на выйти из боя. Давайте выйдем. Посмотрим, какой еще режим у нас есть. Марафон. Это круто. Заходи в игру каждый день в течение недели и получай безумные бонусы. Вечеринка кристаллов безумия. Так, это я пока не надо. Так, поехали еще посмотрим. Арена. Давайте посмотрим, что у нас на арене. Такс. Арена работает? Арена. Арена у нас работает. Волна номер один. Давайте смотреть. Так, здесь мы были. На этой карте мы уже бывали. О, Джокер! Джокер, здорово! Тихо! Тихо! Убей живую! Понский ты городовой! Так, спокойно. Забираем ништяки, разворачиваем. О-о-о-о! Сколько зомби! Джокер и зомби. Они, если честно, не пара. Пара, блин! Чё-то их слишком много. Стреляй, стреляй, убьют же! Ау-ау, вот именно что ау-ау! Зажали, демоны, зажали! Чёрт! Только что-то оружие-то надо. Блин, я так их не завалю никогда. Убей хоть кого-нибудь. Все, кажется, патрон каюк. И мне, что самое обидное, тоже каюк. Так, получить сейчас, переиграть. Давайте выйдем из боя. Самый первый режим, мне кажется, самый эпичный у нас был. Видите свое сообщение. Леви Кромберг. Три боя сыграно, один ключ. Получу ключик. Отгай на казнь. Че за хуйня? О боже. Место сделать здесь проверка. Меня заходите, пишите, сделать чат 1-2-3. Привет, привет и так далее. Видишь, реально людишки, можно чат закрыть, если он раздражает. Можно всегда его открыть. Так, герой. Я могу... Вот, смотри, имя, а уровень смерти, достижения лидера. Можно челик покрутить. Посмотреть, как он выглядит. Так, хорошо. Это дело не открывается, в бой. Давайте испытания. Вот это круто. Смертельный бой, уничтожьте всех, кого увидите. Так, там уже кто-то кого-то завалил. О, вот пошла жара. Давай, гаси, ублюдка. Гаси, 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 бича, гаси нахрен с пляжа. О, петушок, привет. Сказал петушок. Так, погнали. Игру с ножа резать в этой игре довольно кайфово. Тихо. Ты чё делаешь, зараза, блин, а? Сюда, пошёль. Пошел сюда! Во! Петуха прям под гребень задницы сделали. Прям засандачили ему. Так, патрошки мы взяли, шкардос. С пистолетом вроде как неплохо ходить. Хедшот, ублюдок. Так, котику мы тоже показали, где, собственно, раки-то у нас зимуют. Прыжочек. У меня есть для андроида, для NVIDIA Shield таблета моего, у меня есть геймпад, не Даша дарила еще в том году, я помню. Надо будет как-то подключить. Для шутеров это идеально просто. Если вы играете, допустим, на Хуане или на PlayStation 4, вам будет здесь очень удобно. Блин, надо реально будет подключить. Так, спокойненько. Смотри, опа, прыжок прям. С лету красота какая. Так, тихо. Чё-то я слышу подсторонние звуки там какие-то. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо, бро. Вот так вот дела у нас делаются. Вали его нахрен! Ах ты ж твою же мать, а. Ладно, бывает. Ну и какой Котофеич няшный. У него лапки такие, там эти мягенькие такие бубончики. Так, следующий игрок. 5 секунд. Вот, собственно, можно понаблюдать пока за тем, кто как и тут играет у нас. О, там что-то эпичное. Так, режем всех с ножа. У нас супер особая тактика сегодня. Сейчас кого-нибудь найдем, рубанем. Руби его! Руби, руби, руби! Молодчага, бро. Вот это я понимаю, найсово было. Так, поехали. Что-то у нас левел качнулся. Судя по звукам, что-то хорошее произошло. У-у-у! Оп! Руби, 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 руби! О, бедный петушок. Так, тихонечко. За мной кто-то увязался. Мазафака. Блин, это самое, Котеич нас тупо выносит, смотри.
Давай, давай, давай. Ну, беги, 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 беги. Я не знаю, что они тут сложились-то. Тихо, 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 давай, давай. Опа! Привет, сосущий леденец. Так, погнали, наверное, сюда, посмотрим, что у нас тут. Пошел отсюда. Как мы нигера-то завалили успешно. Так, а вот и телепорт. Там есть хилочка, кстати. На него забирай. Так, аптечку взяли, погнали сюда. Не застреваем. Слушай, прикольно сделано подземелье. Так, и выходим прямо вот здесь вот. Окей. Вот такой вот сквозной проход, прямо под картой. Фу, черт меня дери. Давай, валим, 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 валим всех. Готово, победа. Фу, 4 экспириенса и 2 у нас коина есть. Рестарт через 10 секунд. Сейчас посмотрим, что у нас тут еще. Так, 3 коина, 10 кристаллов, бесплатных монет. Так, а что в магазе? Можно купить пистолеты, бластеры различные. 65 стоят. У меня всего лишь десятка. Вот за 80 можно купить такой револьвер, между прочим. А все самое сильное и стильное здесь. Голова петушка у нас стоит 45, у меня всего лишь десятка. Блин, я бы купил на самом деле. Вот такого можно приодеть, вот так вот. Или вот такой вот эпичный заяц у нас. Слушай, смотрится реально бесподобно. Так, что у нас еще есть интересное? Герой, все, что тебе нужно для самовыражения. Новый скин, нарисуй свой уникальный скин. То есть я могу какой-то свой сюда добавить и будет уникальный. Так, бонусы и расходное оружие. Вау, вот это круто смотрится. Так, что из оружия? Различные ножи, можно, короче, вот такую вот сделать руку, говорящую типа «Привет, я Томас!» И как-то так. Огромный леденец. Привет, из Скайрима. Вот такой вот меч эпичный. И вот такая вот шипастая бита. Скорострельная бита апокалипсиса, естественно, это мистер Носков. Неудержимо его выгнали из кукольного театра за чрезмерную жестокость. Что еще тут есть? Так, что-то можно на ноги, смотри, можно вот такую вот штукенцию забабахать, но я бы взял какое-то оружие, наверное. Так, назад. 100-200, блин, оно очень дорогое на самом деле, у меня пока нет такой возможности купить это. А, так, давай возьмем вот этот вот пистолет за 80-ку, да, модификация, что по модам у нас? Повысить шанс. За один кристалл, давай. Опа, модификация пошла успешно. Готово. Давай еще раз. Сейчас мы его затестим, кстати, как он в деле у нас. Хорошо. Так, это дело я модифицировал, закрываем. Можно перса рассмотреть, как я понял. Вот как он с пистолетом смотрится. Фух, ну что ж, поехали в бой. Мультиплеер, давайте попробуем еще раз. Может, сейчас получится все-таки навалять этому засранцу. О, новая карта и новое оружие. Так, погнали сюда. Ожидание игроков, пока еще, в принципе, никого нет. Так, нам зашел Гризи. Ну что ж, давайте посмотрим, как мы ему наваляем сейчас. Я уже тут немножко потренировался, побегал. Теперь можно свободно вот так вот перелетать. Нужно приловчиться просто. Смотри, вот так вот делаешь. Опа! Оп! Оп! А, черт, туда не получилось. Ладно, здесь можно... Это что там открылось? Ох ты! Здесь можно пройти, оказывается. Так, точка А, точка Б. Не знаю, есть ли тут закладка, блин, бомбы. И зарядочка. Гризи, я не знаю, где он. Сейчас будем искать его. Гризи, братан, ты здесь? Чё, Гризи, вообще-то вентиляция, что ли, такая? Да, карта здесь. Ты в синей команде, уничтожь красных. Сколько нас вообще? Окей. Но я чё-то пока вообще никого не вижу. Так, тут чисто. Здесь тоже чисто. Слушай, ну где он запропастился-то, ёпты? Братан, куда ты делся? Так, ладненько, я решил зайти на другую карту. Давайте посмотрим, что у нас тут на арене творится. О, так это дамага уже нормальная, в принципе. Подожди, тихо, Джокер. Джокер, спокойно. Спокойно, Джокер. Вот теперь, по крайней мере, я хотя бы убивать их могу. Немножко подпрокачались. Давай. Ау, ау, вот именно что, ау, ау. Перезаряжай давай. Так, идем наверх. Ой, ой, плохо. Плохо дело, плохо дело, плохо дело. Вали Джокера нахрен. Готово. Так, перезарядочка. Нам бы похилиться б не помешало. Три выстрела. Три выстрела убивает. Давай, 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 убегай, 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 убегай отсюда. О, господи. Да, у меня один патрон остался. Я не знаю, как я с одним патроном справлюсь тут. О-оу, печаль. Воу, да ладно тебе, зараза.
Ну что, друзья, вот так вот мы в MadGun сегодня поиграли на андроиде. Надеюсь, что понравилось. Если игрушка вам реально доставила, ссылочка в описании под видео, она бесплатная. Заходите, играйте. Я думаю, что это довольно-таки весело и забавно. Мне, в принципе, очень даже понравилось. Так, выход из боя. Хорошо. Все, увидимся, услышимся в новых интересных игрушках. Не забывайте подписываться. Там, по-моему, на заднем фоне кот напал на огромного индюка. И все это происходит возле Биг Бена. Ладно, я видел в этой жизни все. Всего хорошего, пока-пока.